Всем привет, с вами снова я, Вакфалк. И сегодня я смотрю поединок, который пройдет 24 апреля, а именно бой между Никитой Дзю и Даниила Кляти. Шанс, на мой взгляд, здесь 80 на 20 против Дзю, и я думаю, что надеюсь, что победу нокаутом в 6-м раунде. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого поединка, кто, по вашему мнению, победит и каким методом. Также подтвердишь, прошу вас поддержать это видео лайком или дизлайком, написать комментарий и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, ведь все это очень сильно помогает развитию канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала, ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. И мы начинаем нашу трансляцию. И первый при нас уже почет Никита Мясник Дзю. 8 боев, 8 побед, 7 из них нокаутом и ни одного положения. А в мордовольник 8 боев, 6 побед, 1 нокаутом и 2 положения. А вот и его оппонент. Данила Вашок Кляти. 10 боев, 8 побед, 1 нокаутом, 1 положение и 1 ничья. Мордовольник для него дебютный бой. Сейчас рефери напомнит боксовым правилам, и мы начнем. Первый раунд, погнали! Качает Никита своего визави. Точен Сиджу. Мимо. Помахивается Кляти, Никита, точен Карлынич. Неплохо. You know that you can win so many ways. Why go into a place that is the only place he has a chance? Мимо. Точен. Кляти. Мимо. Keeps his hands up defensively, protecting the head. Точен Данила. Помахивается Кляти. Лосмен. Мимо. Пытается атаковать Кляти. Никита пока что выжидает. Мимо. Карлынич. Неплохо. Точен Никита. Снова попадает Сиджу. Мимо. Мимо. Точен Никита. Попадает Данила. Мимо. Мимо. Попадает Кляти. You know, he can be inclined to be a little bit more technical. Мимо. That you're influenced by those kind of things, by the lackings of certain benefits in somebody's background or preparation. Keep working, bud. Last 10 seconds of this first round. Помахивается Данила, Никита точно. Первый раунд завершен, и он за Никитой. 10-9. Сиджу впереди. Listen, you're not working.
You're not working on anything you worked on. You're not double jabbing. И у нас вау номер два. Идет Никита в атаку. Кстати, отвечает. Неплохо. Точно Данила. Мимо. Васмен. Точен Крэйтин. Неплохо. Вашмен. Попадает Данила. Good job staying away from the danger there. Неплохо. Мимо. Точен Крэйтин. Halfway through round number two. И мимо бьет Жиджу. Неплохо. Васмен. Точен Крэйтин. Мимо. Мимо. Неплохо здесь вот Данила. Точно снова Крэйтин. Васмен. Снова Васмен. Точен Сиджу. Мимо. Мимо. Точно Данила. Васмен. Мимо. We count down the final moments of this round. Мимо. И второй раунд. Крэйтин забивает свою копилку. Все с новым раундом. 19-19. I want to see more jabs. You're looking good. Looking good. And he's tired. Look at him. He's so fucking tired. He's got nothing left. Yeah, we'll get him. We'll get him. И у нас вау номер 3. Васмен. Мимо. Мимо. Точен Крэйтин. Васмен. Карлин. Снова попадает Данила. Васмен. Мимо. Попадает Данила. Снова точен Крэйтин. Мимо.
в обмен. Мимо. Да не вот точен. Снова в обмен. Мимо. В обмен. Точен. Данила. Никита отвечает. Мимо. Оба. Апел кот. В обмен. Неплохо. He's doing the hard part, and that is the hard part, making the guy miss. Now he has to start doing the fun part, hitting him. Keep your head moving. Точно, Никита. Мимо. А Педрёв ждёт своего визави. Мимо. Неплохо. Мимо. Встречает, дайте своего визави. Мимо. Точно, Никита. Мимо. И третий раунд за Данила. 29-28. Клятия выходят вперед. You're okay, don't worry. You're doing fine. I need you to move your head more side to side. А у Невшана суде 327 позже Никит. И у нас раунд номер 4. Точно, Данила. Восмен. Идет клятие в атаку. Yeah, the perfect way. I mean, boxing 101. Неплохо попался с Никита. You got a guy coming at you. No better way than to change his mind. Make a miss. Мимо. 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 Вошмен. Мимо. Точно. Сиджу. Кадрати отвечает. Неплохо. Мимо. Точно, Никита. Карлинич. Мимо. Неплохо. Мимо. Точно, Данила. Мимо. Карлинич. Точно, Никита. Снов попадает с джум. Неплохо. Мимо. Кадрати попадает. Снова точно Данила. Неплохо. Никита отвечает. Оба помахнулись.
мимо. Отпредел Никита своего визави. Мимо. Точно, Данила. Работает джебом. Крылайте. А, первый код. И четвертый ваун все-таки за Никитой. Счет на лучший ваун. 38, 38. You get close to him, fast combinations to the body. He doesn't like those shots to the body. Okay, listen. You... И у нас вау номер 5. What has been a completely one-sided fight. You get the sense this one may not be a Идет Никита в атаку. Мимо. А, кстати, точен. Мимо. А, первый код. Here's something that's a key factor now, and that is his ability to simply defend himself. He's doing a wonderful job at it. Мимо. Оба. Ability to always be fresh and confident. Мимо. Round after round, since he's not taking a lot of punishment. Вот смен. Точно. Крылайте. Попадает Никита. Лошмен. Мимо. Лошмен. Точно, Никита. Мимо. Попадает Данила. Мимо. Неплохо. Мимо. Точно, Никита. Неплохо. Мимо. Лошмен. Мимо. Никита, точно. Карлинич. Мимо. Final 10 seconds of this fifth round. Неплохо. Точно. Сиджу. Снова попадает Никита. И этот раунд уже Джу. После первой половины боя Никита впереди со счетом 48, 47. Посмотрим, что же нам покажет вторая половина боя. I'm not worried about the casual observer. I'm worried about the so-called professional judge. Time and time again, he showed me that he does not know what he's watching sometimes. But you're right. In this case, it would be hard, almost impossible, to argue for the other fighter. Rhythm, okay? There you go. I want to see more jabs. I want to see more jabs. И у нас вау номер 6. Мимо.
Мимо. Good block by Blood. Точно Данила. Никита отвечает. Лосмен. Мимо. Blood's just looking to get it done on the back end here, Teddy. Yeah, he is. He's just waiting to set a trap, you know. Мимо. Попадает. Жду. Снова точно Никита. Мимо. Помахивает шоколадью. Мимо. Неплохо. Попадает Данила. Неплохо решился Никита. Снова точен клятик. Карлейнич. Опередил Никита своего вежави. Мимо. Мимо. Оба. Попадает Никита. Клятик шепчает. Мимо. Продолжает Никита своего вежави. Мимо. Лосмен. Мимо. Точно Никита. Снова попадает Жиджу. Карлейнич. Пришлигует Никита своего оппонента. Кляти отвечает. Тоже удар, поражен Данила. Идет Никита на добивание. Спасается в клинче Кляти. Телка пока что Данила. Карлейнич. Лосмен. И шестой раунд за Никитой, 58-56, Сержу впереди. Just so you touch something, and then you can work your way in. You can start to find them a little. Oh, this is a wipeout. You're winning this fight. Just keep doing what you're doing. You got this. И у нас вау номер 7. Карлинич. Точен Карлинич. Неплохо. Апперкот. Попадает Никита. Мимо. Мимо. Точен Данила. Мимо. Снова попадает Клятин. Точен Сиджу. Пытается работать джебом Данила. Точен снова Никита. Мимо. Неплохо. Снова попадает Никита. Мимо. Мимо. At the halfway point of round seven.
Помахивается крылатем. Мимо. Неплохо сейчас попал Никита, кстати. Снова точен Сиджу. Неплохо. Керлинич. А, первый кот. Мимо. Точно, Никита. Мимо. Васмин. Неплохо. Снова Васмин. Точно, Никита. Васмин. Неплохо. А, пилкот и Паршан Крати. Снова пытается Никита добить. Крати кринчует и гонка его спасает. Это раунд за Никитой. Шат 8, шат 5. Сиджу впереди. Don't fight his fight. Jab and move. Jab and move. Relax. Relax. Take deep breaths. You're doing fine. А у Нерсашу счет 76-2 позже Никиты, и у нас вау номер 8. Пошел Никита сразу в атаку. Кстати, отвечает. Мимо. Мимо. Точно, Никита. А, первый кот. Мимо. Оба помахиваются. Мимо. Точно, Данила. Мимо. Точно, сижу. Бивот боксер паузу. Никита был точен. Снова попадает Никита. Снова Паршан Крати. Пытается Никита отправить своего оппонента на канваш, но Крати пока что терпит. Васмин. Мимо. И все-таки нокдаун случается. Первый нокдаун в нашем поединке. Смотрим, как это было. Крылатик поднимается, и бой продолжается. Неплохо. Точно, Никита. Снова попадает Зиджу. Мимо. He's tight. He's tight.
неплохо. Вошмен. Снова обменялись больше удавами. Неплохо попадает Никита. Попадает Джим. Продолжает Никита пинчинговать. Неплохо. Вошмен. И восьмой раунд же Никита плюс нокдаун. 78, 74. Сиджу реагирует. Do you get super aggressive here having had your man hurt, or do you still have to employ a certain amount of caution? It's kind of like being at the carnival, you know, you just hit the bullseye and you got that big stuffed animal you can give to your wife or your girlfriend, but now he doesn't want you to go away with that. Oh no, he tells you, wait a minute, try again, you could trade that in for something either bigger, but you might lose the one you have already. That's the question. И у нас раунд номер 9. Оба выжидают пока что. Кэрлин атакует Кэрлин. Никита отвечает. Вошмен. Мимо. Снова Вошмен. Мимо. Сиджу точен. But still close enough to then lay in the counterpunch. Well, that's what happens when you have that kind of experience. You're calm enough to неплохо. Know where the beginning of the punch and the end of the punch is. Мимо. Was lined up, but he missed. Blood sticking to his game plan, regardless of the fact that he's been мимо. Down in this fight. Yeah, in one breath you could compliment him. Вошмен. Точно, Никита. Understands his identity. He's gonna win or lose. With that. Мимо. On the other hand, there are some changes he has to be aware of. Пелокот. Мимо. Крылятин шучает. Помахивается Никита. Мимо. Неплохо. Вошмен. Точно Данила. Никита отвечает. Вошмен. Попадает Сиджу. Мимо. Вошмен. Teddy, I know you swear by it, and we're seeing it right in front of us. Good fighter likes to fight on the outside, who's having a stellar night with that jab. Hey, look, неплохо. You better know math. You better know how to add. Мимо. You'll be a good fighter, as far as I'm concerned. You better have a good jab. Мимо. Данила точен. Снова попадает Крылятя, Никита отвечает. Неплохо. Тот же удар, поражен Крылятя. Кэрлинч. И опять же гонг спасает Крылятя. Вау, же Никита. 88, 82. Никита лидирует перед финальным раундом. Well, it looks like Kobe Bryant on a good night when that basket is 20 feet big. I mean, he just can't miss. Okay, you're doing well. There you go. Let's get him some water. Let's get him some water. Take a deep breath. Relax. And
И у нас заключительный раунд. Попадает Никита Карлинич. Восьмин. Точно Никита. Снова попадает Джиджу. Попадает Никита. Поросенка Рэки. И у нас получается второй нокдаун в поединке. Смотрим, как это было. Пытается понять, что Данила. И у него не выходит. Вот и все. Бой окончен. Что ж, посмотрим, как же на самом деле пойдет этот поединок. Победу нокаутом в 10 раунде одерживает Никита Мясник Сиджу. Девяносто семьдесят восемь было у всех судей. Что ж, давайте обратимся к статистике. Джо попал 200 ударов из 495. Кстати, 229 из 695. По нокдаунам 2-0. У Никиты 95 из 277 в голову, 105 из 218 в копыш и всего 31 из 88. У Данила 85 из 303 в голову, 144 из 392 в копыш и силовых 60 из 175 по раундам. Первый 17-22, силовые 1-5. Второй 16-27, силовые 1-10. Третий 20-29, силовые 0-9. Четвертый 16-32, силовые 4-9. Пятый 17-21, силовые 4-4. Шестой 24-20, силовые 3-2. Седьмой 26-24, силовые 3-8. Восьмой 30-18, силовые 9-6, нокдауны 1-0. Девятый 24-32, силовые 4-7. И 10, 10-4, силовые 2-0, нокдауны 1-0. Что ж, на этом все. С вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ведь все это очень сильно помогает развитию канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала. Ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.